Все привыкли к сладким джемам, а вот у меня один из любимых джемов – томатный. Джем из томатов с ярким насыщенным вкусом, с потрясающим ароматом, сразу полюбился всей моей семье. Джем из томатов получается пикантным, благодаря перчикам чили. Вы можете выбрать перчики на свое усмотрение, это могут быть халапеньо или даже перепери. Если вы не хотите делать свой джем из томатов острым, то вместо перчиков чили добавьте один болгарский перец. Джем из томатов прекрасно подходит к мясным блюдам, также им можно заправлять овощные салаты. Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Помидоры очистите от хвостиков и кожицы, нарежьте мелкими кусочками. Перчики чили, можете взять любого вида, очистите от семечек и мелко порубите, добавьте в кастрюлю к помидорам. Очистите имбирь от шкурки и измельчите. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Выложите имбирь к овощам, и вместе с ним высыпьте все пряности, соль, добавьте лимонного сока. Тушите джем из томатов на среднем огне примерно 45 минут. Особенность приготовления джема из томатов в том, что во время тушения не накрывайте его крышкой, помешивайте и тушите до тех пор, пока 70% жидности не испарится. После готовый джем из томатов разложите по баночкам. Если вы хотите заготовить джем из томатов на зиму, добавьте столовую ложку уксуса вместе с лимонным соком. Наслаждайтесь! Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Помидоры 4 штуки, перчик чили 2 штуки, корень имбиря 1 штука, небольшой кусочек, молотый тмин 1 чайная ложка, молотая корица 1-2 щепоток, молотая гвоздика 1-2 щепоток, соль 2 щепотки, лимонный сок 2 столовые ложки. Количество порций 5-7. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пусть вам сегодня повезет!